Под крышей самой обычной многоэтажки в центре города не просто квартира. Бывшая мастерская, а ныне музей памяти известного художника-графика Станислава Косенкова. На выставке работы разных лет и серий. Собранные в одну экспозицию, сегодня они обрели новый смысл. Посвящается женщине, семье. И не случайно семье, потому что сейчас институт семьи очень меняется, как меняется весь мир. А семья... Это всегда актуально, это всегда близко человеку. И вот, может быть, эта выставка, она и послужит как раз толчком к диалогу, к разговору. Главная тема – образ женщины. То, как его видел Косенков, в первую очередь через призму своей собственной семьи. Об истории работ рассказывают сами герои рисунков. Жена и дочь Станислава Степановича проводят экскурсии и знакомят с творчеством художника и самого близкого для них человека. Старой мастерской художника, которая находится на Вокзальной. Вот, мы видим вид на Северский Донец, то есть чуть-чуть правее находится ЖД вокзал. Работы Косенкова очень ассоциативны. Каждый может найти в них что-то для себя. Возможно, именно поэтому его творчество никогда не надоедает, а посетители приходят на выставки даже спустя почти 30 лет со смерти художника. Анастасия Логвинова, Дмитрий Коваленко. Такой день на Мире Белогорья.